продовжуємо. І в нас в гостях чарівна, позитивна, енергійна Світлана Джебанова, художниця. Доброго ранку. Доброго ранку. Я коли бачу вашу посмішку, мені самі хочеться посміхатися. Ви така позитивна. Дякую дуже. Сьогодні ми тут зібралися з приводу дві теми, на яку будемо вести розмову. Перша – це акція, яка проходила в нашому місті, мала назву «Придбай листівку, допоможи медикам в АТО». Розкажіть, будь ласка, тому що вже ми можемо мати якісь результати і про них говорити. Будь ласка. Непосредственно акция связана с вашей телекомпанией по той простой причине, что буквально в первый день, как мы забрали тираж, на следующий день мне позвонили и пригласили рассказать о том, что произошло, что это за акция, что это за открытки. Поэтому буквально мы начали с вами, и сегодня мы подытожим вместе с вами и расскажем, какие у нас результаты. Но стоит сказать опять-таки, что за время акции мы смогли осуществить 2 тиража по 1000 экземпляров. Это николаевские открытки с видами Николаева, нарисованные мной в жовто-блакитному патриотичному стилі, позитивному такому, улыбательному очень, и распространили, мои друзья помогли распространять на всевозможных точках продажи, многие покупали, и, собственно говоря, на сегодняшний день мы можем говорить о том, что мы эту акцию «Купи открытку, помоги медикам в АТО» подытоживаем, потому что все банально просто, у нас закончились открытки. Листівки, ага, я так да. и думала, чему же завершивается эта акция? То есть 2000 штук. Достатня кількість. Как мне не говорили, что это неподъемное количество и столько не продается, и вообще по чайной ложке в день продаются открытки в Николаеве, но нам так повезло и все так здорово и весело сложилось и легко, что эти тиражи использованы. Более 600 открыток мы посчитали, мы просто подарили нашим защитникам, нашим военным на волонтерских постах на ЖД вокзале, на автовокзале, вы знаете, что у нас, наверное, такие есть. И лично я подарила очень много, больше, ну, несколько сотен открыток знакомым волонтерам, друзьям волонтеров, помогающим волонтерам, родственникам, помогающим волонтерам, волонтеров. Цепочка. Вот. Да, то есть со словами благодарности, потому что, на мой взгляд, это важно, потому что у нас в городе замечательные ребята есть, которые помогают военным, это важно. И по деньгам, по тому, так, сколько продано, мы на сегодняшний день передали медикам в АТО 4800 гривен. Угу, без малого 5. Я думаю, что эти 5 мы дособираем, потому что у нас на точках продажи на сегодняшний день осталось несколько десятков открыток. Это как раз вот добьет вот эту сумму. Скажіть, є, можливо, якісь конкретні речі, на які будуть витрачені ці гроші, чи можливо... Я не можу сказати, на що конкретно потрачені гроші, але можу сказати, кому ми допомогли. Ми відправляли 3 чека із 4, які ми зробили, були відправлені для такого фонду ОСАП ЕМС «Хаттабыч». Це дуже відомі, просто такі легендарні медицинські патрулі в АТО. Срочна допомога, волонтерська срочна допомога, просто рассказывать, наверное, зря. Можно зайти и посмотреть на сайт. Есть невероятное количество новостей, статей об этой службе. И сам Илья Лысенко, тот самый Хаттабыч, он просто невероятной харизмы и потенциала человек. И он вот это все на себе несет, эту ответственность. И мы отправляли ему большую часть средств. И последний вот этот большой чек был отправлен ему. И также еще один чек был отправлен человеку из его команды, это медицинский патруль под названием «Шаман», Юрий Бондарь. Все это есть в Фейсбуке, все это есть то можно переглянуть, это все открыто. У меня на странице есть все чеки, все фотографии, все лично отзыв Юрия о том, что он получил деньги. Вот недавно, буквально на днях после последнего перевода, мы получили отзыв вот Хаттабыча, это было невероятно приятно, понимая занятость человека, понимая его концентрацию на совершенно другой как бы задаче, а не на фейсбучике. Было безумно приятно, он нас похвалил и высказал респект николаевцам, спасибо большое, я вот передаю. Спасибо за помощь. Планується, чи можливо повторення такої акції в майбутньому ще?
Я думаю, ещё так. Жизнь непредсказуема. Вот. Как бы наброски для открыток есть. Я не знаю, ну, точно, 100%. Вот тут же ж получается как? Это же в каком-то смысле волшебство, да, в каком-то смысле ты зависим от многих факторов, которые идут навстречу. Но, например. Но вот, например, у меня была такая мысль вот изначально делать открытки. Я все на них смотрела, на эти эскизы, и думала сделать, но сработала на удачу то, что мне буквально из ниоткуда привалились нужная сумма денег на, вот, на реализацию этого тиража. Поэтому и на реализацию второго пришло точно так же. То есть это не были деньги, которые оторваны были там, с зубами от бюджета семьи, это просто были такие вот неожиданные какие-то... Дійсно диво. Ось наші телеглядачі можуть бачити на своїх екранах фото оцих ваших. Ось, ой, розкажіть, будь ласка. Норвегії. Це фотографія з Норвегії, моя подруга прислала. А це фотографія, дай Бог пам'яті, Камінець-Подольськ прислала. А от це останній інтересний. Це Майами чи що? Це Ямайка. Ямайка. Це мої друзі поїхали на Ямайку. Слухайте, а розкажіть про це більш детально. Дуже популярно. Фейсбук майорить просто цим флешмобом, коли я заходжу на фоні. Спочатку такі міста були українські, там Вінниця, Херсон. Зараз вже бачимо Ямайку. Розкажіть про це. По всьому світу. Ну, просто Миколаїв, це ж по всьому світу. Да, из Милана фотографии, тут фотографии из Нью-Йорка. Ну, я вот еще пока мы ждем какого-нибудь свежего привета, например, из Австралии, я буду рада, присылайте. Но, да, очень много фотографий, потому что разъехались, ну, вот судя по деньгам, которые мы передали, можно предположить легко количество разъехавшихся открыток, это порядка 1000 открыток. Ну, это много. Это действительно много. Это не так, что человек купил себе, да, ну, может быть, одну на память оставил, но люди покупали 10-20 штук, отправляли, я просто знаю, мне звонили, меня встречали, говорили, а я купил, отправил, значит, всех вспомнил, кто у меня где живет, такая приятная весточка из Николаева, и люди перезванивают, говорят, мы получили, спасибо, вы сделали прекрасный флешмоб, видео флешмоб с коллегами своими на Новый год. Я смотрела, это что-то замечательное. На самом деле, классная идея, спасибо Яне, и мне было очень приятно. Мне тут же позвонили, сказали, что это очень духоподъемно, приятно видеть, что наш город празднует вместе со всеми, и приятно удивляет другие города. Спасибо большое, потому что вот на самом деле хочется говорить и говорить большое спасибо николаевцам, потому а что... А без них не было бы всего. 100%, потому что зачем тогда это надо? Если бы это не нужно было николаевцам, то эти тиражи лежали бы просто камнем и никуда куда бы ни двигались, но мной была встречена такая мощная поддержка. Звонили друзья, писали в Фейсбуке, люди незнакомые, да, предлагали помощь, куда пристроить на торговые точки, не брали наценки никакой. Вот она стоит 5 гривен, она становится на прилавок за 5 гривен, и эти 5 гривен я получаю, отправляю медикам в АТО. Никаких накруток, да, никаких, да, никаких движений лишних, все по-честному, и, ну, это очень приятно. Потом, как удивительный отзыв николаевских СМИ, телекомпании, интернет-издания, одесское интернет-издание вдруг обратилось, написали мне, мы узнали, хотим помочь, ну, значит, николаевцам, соседям, это хорошая инициатива, нам понравилось, давайте мы о вас напишем, расскажем. Ну, спасибо, давайте. Да, мы только за, только ради. Просто хочу сказать, что люди, вы прекрасные, и спасибо большое за помощь, которую вы оказываете. Она, ну, неоценима, и это вдохновляет, и хочется что-то делать еще. И отзыв, который приходит из-за границы, из других городов, ну, я слышу о Николаеве сейчас... Очень приятные отзывы. Ми, в свою чергу, хочемо вам подякувати за те, що дякуючи вашим усівкам про наш Миколаїв говорять, і дякують, що і добре говорять, власне. І добре говорять. Світлана, новий рік, да, якісь завжди нові ідеї. Що ви ще поділіться? Може, у вас щось є іще таке екстраординарне, оригінальне, тому що у вас все оригінальне і все виходить на ура. От якщо можете поділитися. Спасибо за приємне, добре слово. Так це ж правда. Спасибо. Я, собственно говоря, прийшла підсумувати
акцию і розказати о завтрашньому мероприятии, яке ми приготовили для Николаївців, гостей міста, і в тому числі об этом красноречиво вещають вот эти приготовленные новые открытки. Они изданы маленьким тиражом, всего 100 штук, и они сувенирные под завтрашнее мероприятие, которое мы приготовили с рестораном «Шпацер». Угу. Мы познакомились с хозяевами ресторана именно за счет, ну, опять-таки, одно из другого, одно из другого. Вот фантастика. Ну, как бы пазлы. Складывается. Из-за открыток они предложили продавать у них. Они купили для себя, для заведения, купили себе лично и предложили поставить на продажу. И там еще есть, можно докупить, если кто-то еще хочет успеть купить эти патриотические открытки, можно успеть. И вот мы познакомились, стали общаться, и вот ребята озвучили такую идею, что «а давай, нам бы хотелось что-то с тобой вот сделать более масштабное, потому что есть твоя графика, мы посмотрели, нам понравилось, мы хотим это сделать». Да, я как бы не открытками в большей степени занимаюсь, а философской графикой, и я послушала их, подумала, мне, конечно, немножко смущало, что это не выставочный зал, да, это непривычная такая атмосфера, это ресторан, и он небольшой, и я не была уверена, нужно ли это, но вот ребята меня уговорили, сказали, что это классно. Более того, так как у меня рисунки в большинстве своем сделаны на библейскую тематику. И навіть слова там написано «повинна цаду моїм», песня с Библии, так? Да, да. Они привязаны практически все к конкретным цитатам или главам из Святого Писания. Поэтому нам показалось, что это должно прозвучать именно в этот праздник, в Рождество, и мы назвали мероприятие «Різдвяний тиждень у Шпацері» с художницей Светланой Чебановой. Мы открываем завтра в 11:00 в Шпацере, делаем небольшую презентацию, уже будут повешены работы, их не будет много, всего до 10 штук, и вот такие сувенирные открытки будут просто для того, чтобы человек мог уйти и унести что-то с собой на память. Вот эта картина, которая изображена на открытках, неспроста здесь, потому что она выбрана мной центральной для этой экспозиции. Mm-hmm. Она называется «Повій на садок мій», «Повій на сад мой», и она цитирует и изображает мое размышление над местом Писания в «Песне над песнями», 4 глава, 16 стих, если кто-то знает и интересно прочитать. Это место очень трогательное. Вообще книга песен библейская, она имеет специфический, не похожий на все другие книги вкус, она книга любви. Это книга признаний в любви, и мне кажется, что очень правильно именно ее сейчас озвучить для этого мероприятия, потому что это Рождество. А Рождество – это не Санта-Клаус, это не мандарины и конфеты, это не только хождение в гости и веселые елки. Рождество – это подарок человечеству, это рождение Спасителя. И мы должны хорошо понимать, о чем этот праздник. Поэтому мне вот показалось, что эта работа, она хорошо иллюстрирует. Здесь изображен женский образ, украшенный гранатовыми яблоками. Песня песней часто упоминает гранатовые яблоки. И вот, собственно говоря, об этом я буду рассказывать и показывать завтра на открытии. Мероприятие будет длиться неделю, мы назвали тиждень, и это будет неделя. Потому что у всех будет змога, так? Да, поэтому есть возможность прийти, мы начинаем, стартуем 5-го и закрываем 14-го. Mm-hmm. Поэтому в это время можно прийти в Шпацер, посидеть, попить кофе, заказать что-то, встретиться с друзьями и посмотреть работы, подумать, задуматься, вникнуть, разобраться для себя, что такое Рождество, что такое
Біблія, є ли цьому місце в нашій житті? Світлана, сьогодні під час розмови не хотілося навіть запитання вам так, задавати. Просто переривати, слухаюсь і захоплююсь з вами. Ви молодець, ну дійсно, кажу це вам і бажаю вам успіху. І думаю, що не один раз ви ще до нас завітаєте з якимись новими ідеями, адже ви генератор ідей в нашому місті. Прославляєте наше місто, місто Миколаїв. Спасибо, я іскренне благодарю вас за то внимання, яке ви даєте моїм ініціативам, моему творчеству. Это очень-очень поддерживает меня в тонусе. Спасибо большое, что зовете. Дякуємо. Отож, ми надалі з вами. У нас в гостях була Світлана Чубанова, художниця, патріотична майстриня нашого міста.